слов о прошедшей игре. Ну, как всегда, мы победили. Спасибо большое болельщикам, которые с нами постоянно ездят. Сегодня постарались, ребята молодцы. Все получилось, выиграли 11-2. 12-2. Оцени, пожалуйста, работу соперников, потому что все-таки игра, скажем так, даже вот эти 12 шайб достались некоторые из них очень тяжело. Ну, все готовятся, я еще раз повторюсь, все готовятся на нас очень сильно. У нас предстоят такие тяжелые выезды, как Бор и дома Воротынец, первое и четвертое место. Очень тяжело будет. Ну, мы работаем в процессе, готовимся к плей-оффу. А находится ли сейчас команда «Саровинвест» в оптимальном составе? Все ли хорошо у наших ребят? Есть некоторые проблемы, есть больные, есть травмированные. Ну, как бы состав максимальный на данный момент, но не полностью как бы все готовы. Плей-оффу, думаю, подойдем максимально. Сейчас будет перерыв 2 недели, у нас должен быть большой тур, большой Мурашкин тур. У нас перерыв, они снялись, будем готовиться 2 недели. 23-го дома с Воротынцем. Thank you.